Чё, чайник есть, да? Чайник. Чайник, наверное. Не боюсь. Чайник. Не кино фанат. Она еще пойдет? Нет, ты еще пойдешь, пойду 100 метров. Хорошо. Давайте, парни, мы это сделали, а? Давай Комарова. Комарова давайте. Ко мне. 2 минуты, Саша, 2 минуты тебе. 200 минут осталось. 3.50. 3.52. 3.53 Комаров пошел. Я хотел Морская пехота. Володя, как будет? 11.50 на первую. Так, 11.50, а потом... Здорово, Вадим. 3 минуты. Молодец, Владимир Иванович, пошел. Итак, эстафета передается. 1.48. Эстафета 11.48. Ой, Комаров отдает, а Кузьменко Владимир, ура! Наш руководитель несравненный Владимир Иванович Кузьменко, настоящий полковник, чемпион, победитель, мастер спорта России, красавец. Собаки тоже участвуют. Минута 20 прошла. Наталья Геннадьевна, на дистанции наш руководитель, наш президент, несравненный Владимир Иванович Кузьменков. Ура! Ура! Поприветствуйте его! Ура! Настоящий полковник, красавец! Главный чемпион! Подполковник. Так что Владимир Иванович, 2 минуты. Объявляем построение. Ура! Еще раз всех поздравляем.
Так, уважаемые участники, все строимся на парад, награждение заключительного парада. Часовой заплыв завершен. Ура! Третий город в России! Мы сделали это! Построение! Палатки построили! Куда? Куда? Пойдемте, мои дорогие! Убери бендеровцев от станции и достойно выдержал преодоление организма, психологического состояния и только большое желание, вера в себя. Мы крутые! Вы настоящие герои! Мы вами гордимся, желаем дальнейших успехов, здоровья и новых рекордов. А сейчас объявляется наш заключительный заплыв участниками наших дневных. Пошли! Ура! Комаров! Только не перевернуйся! Аккуратно отплывает сборные по гребле. Чемпионки будут. Ура! Какие все варианты! Наши чемпионы! Друзья, гость! Пожалуйста! Участники! Ура, молодцы! Красавицы, спортсменки, орлы! Богатыри!